Ну, раз уж мы сегодня говорим о книгах, то какая же книга без закладки? Все-таки на самом деле это та самая деталь, без которой не обойдется, наверное, любой читатель. И мелочь, но все-таки она нам очень даже помогает в том, чтобы остановиться как раз-таки на том моменте, где мы остановились. И помогать мне сегодня будет делать закладки Наталья Бекетова, человек, который уже много времени занимается этим, и пока это единственный человек в Красноярске, который делает свои авторские закладки. Наташ, доброе утро. Скажи, доброе пожалуйста, утро. Вообще, какие у тебя есть закладки? Что вообще будем сейчас делать? Ну, у меня есть закладки различные, у меня есть вот целая коробочка, которых все возможных видов. У меня они разделены по коллекциям и фирменных упаковках с моими велосипедиками. Так мы называем Bicycle Bookmarks. Вот, и тут есть закладки Nature, моя фирма. Вот моя фирменная закладка. Что есть в основе, да? Получается, в основе ленточка. Да, в основе ленточка. Нет, велосипед – это упаковка. Uh-huh. А здесь различные детальки, например, зажимы различные, колечки и какая-то подвеска. Uh-huh. Подвески, они разных цветов. Это бронза, золото, серебро. Ну, здесь их вот здесь в коробочке можно самые разные увидеть. Да, здесь и самолетики вот такие, да, часы есть. То есть все, что вы захотите, все это появится на вашей закладке. Велосипед. И вот даже есть фирменный велосипед. Все это появится на вашей закладке. Все такое красивое, блестящее, девчачье. И вот сегодня мы и начнем такую делать. Есть три вида, да? Ткань, кожа и железо. Вот сейчас начнем мы с кожи. Есть такая заготовка. То есть кожа у нас, края кожи мы обделываем такой рамкой. Это зажим называется. Зажим называется. Которая позволяет не распуститься и быть закладки красивой, презентабельной. Что дальше будем делать? Дальше мы выбираем детальчики, которые нам нравятся. Угу. Ну вот мы выбрали, как понимаю... Давайте Новый год скоро. Новый год, да, новогодний. Вот, давайте мы вот такую снежинку. Мы можем... Что делаем с этой снежинкой? Цепляем? С этой снежинкой мы будем цеплять на краешек с помощью вот таких вот колечечков. Такого колечка. Как это все делается? И зажима. Так, и зажима. Мы сначала разжимаем колечко? Да. Нет, сначала вставляем в зажим вот сюда. Раз, зажали. Угу. Смотрим, чтобы у нас тут такая штучка была. Видите, угу. Разжим. Теперь мы берем ножнички и разжимаем. Отлично. Продеваем сюда снежинку. Сначала закладку. Сначала закладку. Есть все-таки какая-то разница, да? Ну, так удобнее. Так, и так есть возможность посмотреть, какой стороной. Просто если с двусторонней. Угу. С одной стороны ничего нету закладки. Зажали и обратно прижали. Да, и обратно зажимаем. Сначала так. Потом. И потом. С другой стороны. Держите. По бокам. Давай. Угу. Там просто надо в одной рукой, чтобы удобнее. Вообще, вот когда к вам пришла вот эта светлая мысль, что нужно делать закладки, и все красноярцы нуждаются в этом? Ну, вообще изначально у меня было же литературное кафе, которое проводили вечера литературные. Сейчас я провожу литературные вечера, я подумала, надо сделать так, чтобы обо мне еще и говорили, с чем-то материальным ассоциировалось. Uh-huh. И вот я придумала Bicycle Bookmarks, потому что BC, тогда было Book Crossing. Uh-huh. А вот теперь, ну, как мы переименовались, а закладки все равно остались. Теперь мы группа книжных событий 50 глав, а сейчас вот Bicycle Bookmarks. Ну, uh-huh. Закладки уже так и говорят, типа велосипед, закладки. Это первоначально, как идея, ну, как название появилось. А как сами закладки, у меня вот подружка моя, Рока, которая браслеты делает в ее очень, она мне говорит, смотри, есть такие зажимы для закладок, сделай. Я попробовала, люди на ярмарке весенней на Каменке их купили. Я такая думаю, о, если все забрали, значит, это классно, людям нравится. И все, начала делать. Ну, и, конечно же, продаю на ярмарке, на Каменке. То есть везде, где можно, заявлять о себе, всегда закладки Натальи Бекетовой можно найти на полках, в магазинах где-то с кем-то. Да, в книжных есть, это книжный магазин «Бакин», «Федор Михайлович» и «Вилла Курица», такое пространство для детей и взрослых. Отлично. Ну, вот у нас уже к завершению подошла наша закладка. Одна сторона закладки. На самом деле, вот я хочу крупно показать. Здесь на концах
Вы можете нацепить все, что вам захочется. Здесь и новогодняя тематика, и различные часы, девушки, звездочки. В общем, все, что вашей душе будет угодно. Это пока только начало. На самом деле, это простенький вариант закладки. У нас скоро совсем будет такой небольшой мастер-класс по железной. У меня пока на этом все. Коллеги, вам слово.